Ошибся немного, такое бывает. Я разберусь, только дай время. А оно у нас есть, это время? Господи, Илюш, да когда ж ты наконец поймешь, что ты не один? Что есть мы? И ты рискуешь не только собой. Ну хорошо, тебе меня не жалко. Но ты о ребенке подумай, а? Ира, хватит! Тише! Не кричи, разбудишь. Свобода, 17 километров осталось. Серег все поймет. Поймет и простит. Ему надо только нормально объяснить. В крайнем случае в ноги упаду. Ах ты моя булочка. Проснулся, малыш. Ну и кто разбудил мамину булочку? Тихо. Слушай, ну не называй ты ребенка булочкой, он все-таки мужчина растет. Ты у нас настоящий мужчина. Именно поэтому мы ночью из дома сбежали и в лесу прячемся. Поселок называется Свобода.
Это название присвоила ему императрица Екатерина II. В 1762 году, во время своего пути из Петербурга в Москву на коронацию в Успенском соборе, она приезжала здесь, и колесо ее кареты застряло в колее. Косари с полей дружно вытолкали карету. Екатерине запомнилось радушие и единство простых людей, которые еще не знали, что перед ними будущая императрица. Зайдя на трон, Екатерина II освободила их от уплаты подати и присвоила себе нынешнее название – «Свобода». Да, мы самый старый населенный пункт на много километров вокруг. Но «Свобода» старый совсем не выглядит. И все это благодаря главному предприятию нашего поселка – лесопромышленному комплексу. Жизнь в «Свободе» кипит. У нас работают очень ответственные и хорошие люди. Их труд важен для всей страны. Из нашего леса строят дома, делают мебель, посуду и даже музыкальный инструмент. А главный там мой дедушка. Это он нам школу отремонтировал. Да? Что? Давай я перезвоню. Я перезвоню. Слушай, подожди минутку. Подожди минутку. Я тебе говорю, весь зал был в восторге от твоего выступления. Все хлопали, как один. Я специально наблюдал за ними, так что зря ты волнуешься. Еще бы они королевской внучке не аплодировали. Антон, прекрати поясничать. Ни время, ни место. Мам! А? Слушай, выезжайте без меня, ладно? Я задержусь. Как? У меня тут кое-какие дела. Да уж слыхали про твои дела. Весь актовый зал про них слышит. Малыш, ты ведь не обидишься, верно? Езжай с бабушкой, дедушкой, а я скоро приеду. Хорошо? Ладно. Ну, беги. Надюш, садись. Ну что, товарищи родственники, по домам? Кто домой, а кто на делянку за работниками присматривать? Так там Конобеев, он и присмотрит. А хозяин кто, ты или Конобеев? Или опять собираешься целый день на диване в свои танки играть? Алло, Андрюш. Связь плохая. Да, слышу. Ты к вагону подойдешь? Хорошо. Алло, пообещай. Да, обещаю, обещаю. А ты соскучился по мне? Ну, конечно, соскучился. Что-что, не расслышала? Я говорю, соскучился. Да? Соскучился. Ну, хорошо. Соскучился. Ты там как, едешь уже? Да, еду. Едет, едет, конечно. Куда же она денется с пузом-то? Сейчас, подожди секунду. Ты на меня не зыркай. Что ты на меня зыркаешь? Говорю, как есть, позорище. Бабе рожать, а мы еще не замужем. Срамотища. Да, Нин, прости. Что ты говорила? Да чуть не опоздала. Как это? Здравствуйте. Ну как люди опаздывают, так и я чуть не опоздала. Ну, ты даешь. Ну, все хорошо, не волнуйся. Понятно. Вещей много? Тяжелые? Не, немного. Мне помогли. Девочка, она тоже до свободы. Мы с ней вместе опоздали. А чувствуешь себя как? Чувствую себя хорошо. Ну, смотри. Андрюш, только ты меня встреть обязательно, хорошо? Хорошо. Хорошо. Ну, все, пока. Все, давай, целую тебя. И я тебя. Целую. Пока. Добрый день. Проходите. Жених? Угу. Андрюшка. Слышь, отец, что говорю-то? Дожили, говорю. Докатились. Мало того, что он городскую в дом тащит, так еще и брюхатая. Между прочим, в этом брюхе твой внук брюхатая. Мой был бы, если бы с ним в церкви были венчаны. Ну, на худой конец в ЗАГСе расписались. А так... Вот если она с тобой до свадьбы легла, значит, и с другим могла. Да и вообще с кем угодно. Мам, думай, что говоришь, ладно? Я ее люблю, ясно? И мне все равно, что об этом думают. Андрюшка, она ж тебя, дурака, в койку затащила. Вот цепилась в тебя клещом и не отпускает. Да ну и понятно. 27, бабе. Кто ее возьмет-то по-другому? Мам, ты в порядке вообще?
Я говорю, я ее люблю. Я ее люблю. А ты подумал, как я соседям в глаза смотреть буду, а? А тебе что важнее? Соседская болтовня? Она внук тебе наплевать, да? Достала. Достала. Можете не переживать, жить я с вами не буду. Свой дом построю. Слыхала? Свой дом он построит. А на какие шиши хотела бы я знать? Да уж не на ваши. Угощайся. Я Настя. Я Нина. Леша, очень приятно. Куда едешь? Как и вы, в свободу. Очень вкусно. Ты сколько ж не ел-то? С армии. Ну, со вчерашнего вечера. Где ты служишь? Я вроде как дембель. Служил по контракту, вчера уволился. Где тогда форму потерял? Девочки, я эту форму уже видеть не могу. Так, Лёш, бери обязательно чай. Спасибо. Слушай, Нина, ты к мужу едешь? К жениху, мы не расписаны. Но как приеду, мы сразу подадим заявление. Здорово. Но в наше время это не обязательно, расписано, не расписано. Главное, чтобы у ребенка были родители. Ну вот, правильно. Вы знаете, штамп в паспорте вообще еще никого не удержал. Но у нас все серьезно. Андрей, как только узнал, сразу сказал, женимся и точка. Уважаю. Молодец. Жек? Здорово. Ну да, парадно тогда. А не рановато ли ты? Вроде ж как через час собирались. Да я это, я в офис еще хотел заехать. Мне бы с Антоном или с Палычем переговорить. И надо тебе это в такой-то день. К тому же на делянке они. Да мне просто мать мозг выносит. Ага. Уже сил нет. Я хотел с ними по поводу дома переговорить. Слушай, может, ты меня докинешь до делянки? Ну, если мать. Давай, заводи, я руки пока помою. Настя, а ты в свободе живешь? Уже нет, я еду к папе на каникулы. Студентка? Да. Я будущий медик. Учусь на третьем курсе. Медик – это круто. А ты же вроде не из свободы. Я бы тебя запомнила. Кому едешь? Ой, мамочки! Так, началось, что ли? Ой! Спокойно. На. Здорово, мужики! Здорово! 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 Ёкарный бабай! Андрюх, а чё это, бомер кто-то? Балабол, язык прикуси! Андрюх, а правда, ты чё это при параде? Ну, вы ли ты депутат? Так все, кончилась жизнь молодая. Сейчас пойду невесту встречать. Ну, радость, она так себе. А вот повод солидный. Кстати, где? Так это вы не волнуйтесь. Я вам такую поляну накрою, закачаетесь. О, растет благосостояние русского народа. День добрый. Добрый. День добрый. Пролетарии лесопилки Королева ходят на работу в костюмах. Это ты так новую вырубку отмечаешь? Так я же сегодня выходной, Антон Сергеевич. Я с вами поговорить хотел. Можно? По поводу дома. Ну, давай. Мне бы свой дом поставить по-быстрому. Ну а что, ну худо-бедно свое. А через полгода отдам, отработаю сверхурочно. И сколько ты хочешь? Да вот мне бы не деньгами, мне бы лесом. Лесом, говоришь? Лес-то тоже деньги, брат Никитин. Вполне себе нормальное такое бабло. Так что... Вопрос сложный, Андрюш. С кондачка не решить, думать надо. Твое экспертное мнение. Реально за минуту свалить? Ну, смотря кто валить будет. А если ты? Да легко.
Легко говоришь. Ну, давай так. Свалишь за минуту, завтра же дам команду тебе на суп подгрузить. Так, может, не сегодня? Я как при параде, да и на станцию уже пора. Так я при параде, мне на станцию пора. Смотри сам. Мужики! Пари! Если Никитин вон ту сосну за минуту свалит, завтра же дам команду, чтобы ему лес на новый дом отгрузили. Половину. Это работает? Половина. За счет фирмы. Харе подначивать, все, остынь. Остынь, Андрюха. Ну, опоздать можем. Антон Сергеевич, так это ж техника-то безопасности запрещена. Скучный ты человек, Угрюмов. Нет в тебе чувства азарта. Давай, давай, Андрюх! Нина, ты только держись. Че делать-то, а? Успокоиться всем. Ничего страшного не происходит. Скоро будем в свободе. Тебя там сразу встретит скорая. Начальник поезда в курсе. Уже сказали начальнику поезда. Он сообщил на станцию. Сейчас еще проводники пройдутся по вагонам. Вдруг есть врачи среди пассажиров. Так что, Нин, без помощи не останешься. Это точно. Может, принести что-нибудь? Воды там? Да, Леша, попроси у проводника постельного белья на всякий пожарный. Ага. Вот так. Все. Дыши, дыши, выдыхай. Вот, все. Выдыхай. Да, белье тоже дам. Не волнуйся, Нин. Все хорошо. До свободы дотянем. Поезде не будем рожать. Вот. Так, вот белье, проводник еще полотенец дал. Из пятого вагона идет врач. Ну вот, хорошо. Все под контролем. Настя, дай телефон. Мне Андрюше позвонить надо. Собрались? Давай. Готов? Готов. Давай. Погнали! Наши! Городских! Ну что, не дозвонилась? Может, связь плохая? Мне в туалет надо, Настя. Помоги, пожалуйста. Давай, давай. Давай, давай руку. Так. Мамочки. Так, вот это уже серьезно. Это воды отошли. Держи полотенце. Тише, тише, тише. Тихо, Леш, выйди и спроси у проводника, где этот врач там бегает. Стоп! 55 секунд! Красава, Андрюха! А я что говорю? Нин, не волнуйся, ну, может быть, его на работе. Тихо, тихо, тихо. Андрюша, Никитин, Леша, у меня сейчас голову не позвони, пожалуйста. Все будет хорошо. Так, я никуда не поеду, пока Андрею не позвоните. Да опаздывает твой Андрей, вот мои тоже где-то задерживаются. Давай, давай. Давай, давай. Сначала с хозяином поговорим, потом показания давать будем. Ничего не трогаем, никому не звоним. Всем все ясно? Ну, ясно. Ясно.
Не дозвонился. Он что, трубку не берет? Я думаю, что просто связь плохая. Ты не волнуйся, я ему потом еще наберу. Давай. Сумка. Нин, держись. Здравствуй, дочка. Так, давай. Спасибо. Папа, это Леша. Алексей, здрасте. Степан Николаевич. А чего бледный такой, Алексей? Да ну я, чуть не посидел. Вот так вот, такое дело. Мужикам не понять. Нервы не выдерживают. Да уж. Папа, Леша, Вера Васильевна, родственник. Ну, не совсем родственник, скорее наследник. А что-то я тебя на похоронах не видел, наследник. Меня со службы не отпустили. Не смог приехать. Понятно. Вера, да, чудесный человек была, добрейшая душа. Сейчас куда, наследство принимать? Да надо бы дома смотреть, но мне сначала нужно в Сосновку заехать. Сосновка не близкий путь, но подкину. Вот спасибо. Ну, замечательно, меня закиньте и дальше по делам. То, что у Андрея Никитина невеста в городе, это я знал. То, что она беременная, и это, конечно, да. А что такого? Что такого? Они же не расписаны. Пап, перестань. Сейчас-то вообще ничего не значит. Что не значит? Что несешь-то? Чего вас там в институте учат? Пап, ну успокойся, пожалуйста. Ничего не значит. Дозвонился? Абонент недоступен. Странно. Слушай, может, ты номер неправильно записал? Вроде правильно. Да ладно, странно. Чего странного-то? Ну, телефон разрядился там, завалился куда-нибудь. Да мало ли что. Найдется. Жили-были старик со старухой, и не было у них детей. Сильно тужили старики, что под старость пришлось им одиноким век коротать. Только и было у них радости, что на чужих детей глядеть и утешаться. Не про нас сказка. Правильно, внучка, не про нас. Открыто. Наденька, иди с дядей Пашей на кухню, угости его чаем. А Снегурочка? Потом дочитаем. Ну, хорошо. Жить тебе скучно стало, человека угробил. Ты что, хочешь отцовское дело развалить? Я тебе не позволю, я тебя собственными руками придавлю. Что-то случилось? Да нет, все нормально. Пики. Надюш, проходи к столу. Павел Павлович, с нами? Нет, спасибо. Ну тогда, может, чайку? Нет. Теперь слушай внимательно и запоминай своей тупой головой. Никитина я уволил 3 дня назад за нарушение трудовой дисциплины. Дальше. Сегодня ночью он придет на участок один, пьяный, без свидетелей. Полезет валить дерево и погибнет. Понял? Никитин сам во всем виноват. Все. Приведи себя в порядок и пошли к столу. Спасибо большое еще раз, и приятно было познакомиться. Мне тоже. Держи.
Настя, погоди. Позвони мне, пожалуйста, как узнаешь про Нину. Ну, там, кого родила и вообще. Да, конечно. Хорошо, созвонимся. Хорошо. Пока. Ну, давай, скоро буду. Угу. Пока. Не знал, что у Веры есть родственники. Я не родственник. Она меня воспитывала. Я детдомовский. Угу. Понятно, вот так, значит. А в Сосновку-то к кому? К дяде Ване. Это что ж детдомовский? Да. Значит, не просто воспитанник, раз она тебе наследство оставила. А где служил? В Карелии, на финской границе, во Второте. Ого! Стал быть, сдерживал расширение НАТО на восток? Финляндия вообще-то не в НАТО. Да! А чё же это они так? Ну и какие планы? У нас надолго задержишься? Да нет. Мама Вера хотела, чтобы я в институт поступил. Ну а дом продать? Это она правильно рассуждала. Сейчас без образования никуда. Как ты сказал, фамилия твоя? Да я не говорил вроде. Куваев. Куваев? Павел Павлович, на два слова. А почему дед такой строгий? Тебе показалось, Наденька. Значит так. Никто ничего не видел, кроме твоего сторожа. Никитин пил вторую неделю. Поэтому его и уволили. 3 дня назад. Понял? Мужикам на карман кинь. И не экономь. Жадность в этом деле выходит боком. Ни одна собака не должна тявкнуть. Антон хоть и убогий, но сын мне. Да что ему грозит-то, Иваныч? Он никого ни к чему не принуждал. Никитин сам взрослый, сам на рожон полез. А по документам выходит, что он главный на участке. Главнее тебя даже. Если по закону, то ему грозит 293-я, часть 2-я, преступная халатность до 5 лет. Ну, если по закону... Слушай, Паша, давай не будем философствовать, времени и так мало. Иди займись. Да, и Степана мне вызвони. Понял. Да, Павел, здорово. Так, понял. Сейчас еду. Извини, Лёха, не смогу тебя подбросить. Проблема появилась. Да ладно, мне идти-то. 2 километра осталось. А вам помощь не нужна? Если хочешь помочь участковому, сделай так, чтобы он про тебя не вспоминал. Ну, от меня проблем не будет. Дай-то Бог, Алексей Куваев. Дай-то Бог. Ну, спасибо. Здоровья. Свобода. Ну что, господа Королёвы, мы есть-то будем сегодня? Ну, тебя ждали, Серёж. Так вот он же я. Есть чё, помидор? У тебя руки в крови. Ах,
проголодался, как собака. Ешь. Приятного аппетита. Спасибо. Приятного. Ты ешь, ешь. Что-то серьезно случилось? Не спрашивай. Ну, ты как, в порядке? В первый раз что? Ладно, он тоже не вечен. В конце концов, его лесопилка мне достанется. Я ее в тот же день продам, и ноги моей здесь больше не будет. Свежо предание. Ну, я, в отличие от тебя, якорей не наплодил. Так что не завидуй, сестренка. Куплю билет на самолет с серебристым крылом и буэнос ночес, Дон Серхио. Угу. Блажен, кто верует. Аминь. Сережа. А что у вас случилось? Тебя это не касается, Улит, по работе. Хорошо, не касается. Может быть, не стоило нести работу домой, чтобы Надя не слышала. Здрасте. Здорово. Степан Николаевич, Настя приехала? Я ее не смог встретить, а сейчас звоню, она трубку не берет. Я встретил дома уже. Отец где? Дома. Ты уже знаешь? Ну, в общих чертах. Дело надо замять. Замять. Как ты себе это представляешь? Человек погиб среди белого дня. Не среди белого дня, а среди темной ночи. Пришел ночью пьяный на делянку, взял пилу и погиб. Степан. Не просто будет, Иваныч. Повозиться придется. А ты повозись. Да, вот еще. К Никитину сегодня невеста приехала, беременная. Откуда знаешь? Дочку на станции встречала, не одним поездом. Где она сейчас? Оттуда же увезли по скорой в Сосновку больницу, может, уже родила. Твою мать. Все одно к одному. Ладно, что-нибудь придумаем. Ну, я на делянку тогда. Снимать свидетельские показания. Мужики хоть знают, что говорить-то. Да, и еще, Иваныч, ты меня просил узнать про детдомовца этого, Алексея Куваева. Ну? Тем же поездом приехал. Может, расскажешь мне что-нибудь про него, чтобы потом опять заминать не пришлось? Не надо тебе про это ничего знать, Степан. Хорошо, дыши. Не получается. Плохо стараешься, тушься. У нас хирурга тут нет, кисарить некому. Давай. Не могу. Ничего, Андрей, ничего, ничего. Позвоните. Да не сможет она, Зинаида Васильевна. Кисарить ее надо. Да ты что, сдурела, мать? Да, я с ней поговорю. Нина, слушай меня внимательно. Давай, девочка, попробуй сама, да? Ты только подумай о том, как он наружу-то просится мир увидеть. Давай, милая. Thank you.
не слышал. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, с моих слов записано верно. Так, Егорыч, давай еще раз повтори. Насколько ж можно? Сколько нужно? Значит, ночью выпил бутылку водки. Так. Уснул в сторожке. Так. Оттого и не слышал его пилу. Утром пришли мужики, нашли его. Меня растолкали. Ну, здесь же все записано. Так, все правильно. На, распиши. Николаевич, долго еще, а? Мужики устали, замерзли. Свободен. Ну, потерпите, немножко осталось. Не ной ты. Так, Угрюмов где? Угрюмов, иди подпиши свое. А вот не буду я вам подписывать это. Жень, ты что, обалдел, что значит не буду? Нет, нормально, да. Андрюхи нет. И мы все. Все знаем, кто виноват. Чё ж мы делаем-то, пацаны, а? А вот чё, мы ж врём. Вон, лажу всякую подписываем. Никто ничего не видел, не слышал, не знает. Да вы чё, мужики, а? Это же Андрюша. Это же братка наш. Мы же вот за этим столом хлеб с ним делили. А этот урод, он же даже не остался. Он домой поехал. Спать! Говорю, иди проспись. Ну что, закончили собрание? Степанович, у тебя, наверное, дел много. Езжал бы ты. Да, мне еще протокол оформить. Мужики, Иваныч премию выписал за причиненные неудобства. Не возьму я. Хорошо подумал. Какой сегодня день, мужики? Случилась беда, и тут уж ничего не попишешь. Тут что не скажешь, все хрень какая-нибудь выйдет. Короче, так. Похороны и другие скорбные мероприятия беру на себя. И здесь сейчас при вас говорю. Семью не оставлю, буду заботиться. Мой человек погиб. На моей земле мне и платить. Я вижу, помянули уже. Правильно. Теперь давайте по домам, отсыпайтесь. До похоронного участка траур. Угрюмов денег не взял. Рогами уперся и все. Они с Никитиным корешами были. Не стоит беспокоиться. Да не. Угрюмов мужик нормальный, не сученный, стучать не будет. Так, побыкует немножко, да успокоится. Это я тебя ручаюсь. Мне, Паш, стоит верить твоим ручательствам? Или, может, мне теперь все вопросы самому решать? Да ты чё, Иваныч, когда я тебя подводил-то? Я тоже раньше думал, что никогда. Но тут пацан один объявился. Деддомский.
подкидыш. Лёшенька, здравствуй. Давно не получала от тебя писем. Ну, как ты там? Как служба? Дружишь с кем-нибудь? Сынок, я всегда думаю о тебе. Перечитываю твои письма. И сердце успокаивается. Знаю, ты уже взрослый. Но для меня ты так и останешься маленьким. Задирой Лёшкой. У нас все хорошо. Дяде Ване, конечно, очень тяжело. Но виду он не подает. Все время ворчит, скрипит, как наша лестница в главном корпусе. Детки вырастают и разлетаются кто куда. А кто остался в поселке, иногда приезжают, помогают по хозяйству. Лешенька, любимый мой, пиши почаще. Мне так спокойнее. Будь здоров. Всем сердцем с тобой. Твоя мама Вера. Дядь Вань! Чего? Здравствуй, дядя Вань. Лёшка! Это ты, что ли, да? Я? Ой! А я смотрю, ты или нет? Ну, как доехал-то? Нормально. Ну, слава богу. А тут, видишь, все закрыли. Да, я слышал. Три детских дома было в области, а теперь остался один. Всех перевели. Да. Этот дом судьбой для Верки-то был. Она все говорила, что пережила судьбу свою. Ненадолго пережила. А я вот присматриваю тут пока. А что дальше будет, не знаю. Дядя Ваня, опустишь посмотреть? Ну, а что не пустить-то? Конечно, вот ключ. Смотри. А я пока картошки сварю. Лёша, люди на злость отвечают злостью. А я хочу, чтобы тебя любили. Любовь – это ведь главное, мой хороший, правда? Детдом – это еще не весь мир. Там за забором люди живут, а они людей любят. А на зверей охотятся. Дядя Вань, а? Чё ты здесь сидишь, а? У тебя же вроде дети были. В чем были? Есть. И внуки есть. 5 штук целых. Давно их видел? Уж года 2 как. А что не навестишь? Не они к тебе, так ты к ним. Ну зачем мне их звать? У них городская жизнь.
Ну, кому я там нужен? Вот взять вас, детдомовцев. Хоть один остался, ни одного. Все разлетелись. Да вот только недалеко. С группы моей уже четверо сидят. Один на зоне, трое на спайсах. В общем, патрубок у тебя течет. Да ты что? Я его подтянул немного, но вообще менять надо. Понятно. Да, Лёшка, ты другой. Ещё Верка говорила, что у тебя свет есть. Вот почему она и дом-то отписала тебе. Потому что знала, что ты не пропьёшь и на эту дурь не спустишь. Ребятки, здесь только аккуратно. Постараюсь. Книгами не развалить. Понятно. И потом на место поставите, да? Хорошо, хорошо. Да, аккуратно. А ты что моришь-то? Здравствуйте. Вы здесь главный? Так морить или не морить? Тебя не поймешь. Ну так травить-то надо, когда все разойдутся. Что же вы тут передохнем вместе с тараканами? Ой. Гриш, ходы поменяй. Слушайте, мне бы наследство оформить. Игнатьич, пальму-то куда ставить? Ой, это ты... Пусть пока здесь стоит. Поставь ну, ладно. Я вообще-то с вами разговариваю. Ну что ж ты пристал? Ну ты же видишь, все заняты. Но я здесь при чем? Вы обязаны оформить наследство. Ах, обязан. Значит, вот заявление, вот образец. В понедельник подпишем. Ах, пока документы в волосы идут, пока то да сё. Значит, получишь свое наследство года через два. Вопросы есть? Как-то через два года? Ну ты же законы знаешь. Значит, все по закону и будет. Есть протокол, процедура. Не нравится? Пишите письма президенту мелким почерком. Ручку пришлю. Сейчас принесу. Я вообще-то детдомовский, мне жить негде. Какие два года? А где детдомовский? Ну тогда понятно, чё наглый такой. Проходи, дверь закрой. Тебя с людьми-то разговаривать не учили, что ли? Начинать-то как надо было? Я не просто наследник, а Вера Васильевна наследник. Из детдома. И ничего бы вот этого не было. Ну вы меня тоже поймите, я с вами разговариваю, вы ноль внимания. Ну так мир-то не только вокруг тебя крутится. Угу. Ладно. Бог с тобой. Иди, отживайся. Документ в понедельник подпишешь. Угу. Про меня знаешь, как говорят-то? Петр Игнатьевич по должности козел, а как человек добрый и справедливый. Держи. Спасибо.
вот ты, значит, каков. Добрый молодец Куваев Алексей Николаевич.